Удовольствие от зимних прогулок и новогоднее настроение многим владельцам собак могут испортить залпы салютов. Петарды, фейерверки – все это серьезный повод для стресса у их четвероногих любимцев. Собаки очень восприимчивы к звукам. Если вы выгуливаете своего питомца без поводка, велика вероятность, что, испугавшись, он убежит. Вокруг опасностей достаточно, много машин, да и потеряться проще простого. Если вы знаете, что ваша собака реагирует с большим страхом на взрывы в период новогодних праздников, желательно гулять в то время, когда минимальное количество этих взрывов, и гулять на привязи, чтобы собака всегда была под контролем хозяина. Чтобы справиться со стрессом, ветеринары советуют использовать специальные препараты. Они корректируют поведение и снимают стресс. Восприятие звуков притупляется. Для того, чтобы полное действие препарата было, его нужно несколько дней накопить. Может быть, там до недели. Поэтому обратитесь за консультацией к ветеринарному врачу, вам подберут индивидуальную эффективную дозировку препарата, чтобы собака себя чувствовала комфортно. Дозировка препаратов рассчитывается по весу животного и с учетом особенностей его здоровья. Поэтому самостоятельность в этом деле на пользу не пойдет.